Маленькая вставочка про Boosty и бустеров и вообще про всю эту историю. Те, кто меня смотрит постоянно, с той самой лучшей людьми на Земле, уже знают, что мы завели Boosty, а самые-самые лучшие из этих людей уже на них подписались. Увы, мое интеллектуальное развитие несколько отстает от технических возможностей, поэтому мы не подумали о двух вещах важных технических. Первое, это что мы не успеем вот конкретно этот ролик выложить в ранний доступ, и те, кто заплатил за ранний доступ, его не получат, соответственно, в таком виде. Со следующего обещаем исправиться. И второе, я обещал голосом говорить имена тех, кто заплатили мне 1000 рублей, но тоже не учел, что видео записано на 2 недели вперед, и мы там ничего не можем тоже сделать. Но, ребят, те, кто заплатил, обещаю, вот через выпуск со вторника уже начну говорить поименно всех. Поэтому вот Антон, дед, пока в таком виде, но все будет. Извини, технические неполадки, новое для меня дело, поэтому чуть-чуть пока какие-то вот косяки, как без них-то. Матера. Мир вообще разнообразен и изменчив. Так, как я не ребенок, вот это все чипсы, которые я съем за сегодня. Ну, язык бы что-то, наверное, бы облез бы. Всем привет, Василий, канал Завалиеданник. Стандартный, быстренький, веселенький выпуск тупого четверга, который мы снимаем каждый четверг. Точнее, выкладываем каждый четверг, снимаем его в другое время. Сами понимаете, не маленькие дети, понимаете, что ролик в день выхода не снимается. Сегодня у нас Принглс с солью и уксусом. Руслан сказал, вот они все там, это как в Испании, они все едят вместо хрена и сметаны с солью и уксусом. Верю, почему нет, сейчас попробуем. И интерес, что тут еще газета какая-то. Вот на картинке, типа, с чем чипсы с уксусом, газетой и доской. Очень странный набор. Ну, правда, какая-то доска какая-то. Ну, соль тут вот пупырышки. Ну, газета. Почему газета? Может, у них принято на газете есть? У нас селедку принято есть на газете. А у них чипсы. Типа, ты вот высыпал из вот этой штуки на газету. И, типа, с газеты ешь. Может быть. Все может быть. Мир вообще разнообразен и изменчив. О! Пахнет уксусом прямо вот. Матера. Вот сейчас уже поменьше выверну. Они там лежали, настоялись. Достоялся запах. Такой законсервированный уксусный дух пошел. Ну, выглядит... Как выглядит Принглс? Как Принглс? Как они еще могут выглядеть? Ну... Если честно, кисловато. Я бы предпочел менее кисло, чтобы уксуса было чуть поменьше. Вообще сама идея чипсов с уксусом и солью мне нравится. Это вкусно. Ну, если у вас нет презрения к кислому, они прям кислые. Но почему нет? Как пельмени с черным перцем и уксусом тоже. Классическое сочетание. А я не знаю, честно говоря, если бы я был ребенком, потому что не знаю, кто еще сжирает коробку чипсов за раз, у меня бы... Ну, язык бы что-то, наверное, бы облез бы после целой коробки Принглс с уксусом. Но так как я не ребенок, вот это все чипсы, которые я съем за сегодня. Да ничего, нормально. Глупо эту идею не назовешь.
Хорошо. Такой вот элементарный ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь. В Бусти. Бусти у меня теперь есть. И что еще? Что еще у меня? А! Еще я хотел попрощаться. Всем пока, всех люблю, кроме некоторых.